Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о беспроводном пылесосе Bosch BCS611AM. Пылесос разработан и произведен на фабрике в городе Бад-Нойштадт, Германия. За плечами специалистов Bosch более 80 лет опыта в производстве пылесосов, которые проходят множество тестов в процессе разработки. Это гарантирует высокое качество продукции и соблюдение всех стандартов безопасности. Пока обзор не начался, я прошу сделать вас три вещи. Поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. Вам не сложно, а мне очень приятно. Bosch Unlimited Series 6 – это вертикальный пылесос с отсоединяемым маленьким портативным устройством. Управление моделью электронное вынесено для удобства на ручку устройства. Доступно два режима уборки, кроме обычной, возможна работа также в турборежиме. В качестве пылесборника используется циклонный фильтр, который легко чистить. Его объем составляет 0,3 литра. Для более тонкой очистки частиц, попадающих в пылесос, используется микрофильтр. В комплекте к пылесосу прилагаются насадка щетки, щелевая и турбощетки, а также насадка для чистки мягкой мебели. Вес устройства всего 2,3 килограмма, его удобно переносить в руках и использовать. Модель выполнена в классическом белом цвете. Стабильно высокий результат уборки, прибор с высокой производительностью, компактный, легкий и долговечный мотор Digital Spin в модели оснащен новейшей бесщеточной технологией. Высокая скорость вращения турбощетки Power Brush обеспечивает качественную уборку на любом покрытии – паркет, ковры, плитка и так далее. Используйте турборежим для очистки самых сильных загрязнений. Функция плавного запуска снижает нагрузку на мотор и увеличивает срок его службы. Дополнительный аккумулятор и устройство быстрой зарядки позволяют продолжать уборку непрерывно. Прибор всегда заряжен и готов к уборке. Индикация позволяет узнать, когда батарея разряжена и устройство пора зарядить. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 30 минут непрерывной уборки. Для полного заряда необходимо около 4 часов. На зарядку устройство устанавливается вручную. Трубка пылесоса составная, изготовлена из прочной стали. Парковка осуществляется на док-станцию. Система Power for All. Аккумуляторы у разных приборов часто отличаются друг от друга. Универсальный аккумулятор Bosch Power for All 18B совместим более чем с 20 электроинструментами Bosch для дома и сада. Удобство и практичность. Вы можете использовать один аккумулятор для нескольких приборов в вашем доме. Уборка легко. Уборка без усилий стала возможной. Unlimited 6 делает уборку комфортной благодаря компактному дизайну и небольшому весу. Беспроводной пылесос весит всего лишь 1,4 килограмма в портативном режиме и 2,3 килограмма с трубкой и турбощеткой. Уборка на любых поверхностях. Unlimited позволяет убираться на всех поверхностях в вашем доме. Аксессуары в комплекте собирают пыль от пола до потолка, а также в салоне автомобиля. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные минусы. Индикатор заряда очень яркий, ночью неудобно. Мощность неадекватная функционалу. Цена. Нет быстрой зарядки в комплекте. Долго заряжается. В турборежиме быстро тратится заряд. Теперь переходим к плюсам модели, которые частично пересекаются с отрицательными отзывами. Возможность замены аккумулятора. Стильный дизайн. Достаточно мощный. Сборка в Германии. Цена соответствует качеству. Не шумный. Убирает хорошо. Фильтр, который не требует замены. Возможно, вы стали владельцем данной модели и захотите поделиться своим мнением о ней в комментариях. Ссылки с лучшими ценами вы можете найти в описании к видео. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. До скорых встреч в новых обзорах!